До мене приїхали пара людей колись. І знайомий дуже хорошо особа сестра из Шепетовки, брата Ананія, был там служитель, я думаю, Миша знає, і Петро знає, брат Ананія, то його дочка, вже Ананій був умерший. Приїхала і говорить, от, ми приїхали к вам, брат просить, щоб ви нас сочетали. Я став беседовать, он з Урала, а вона з Шепетовки, я ее хорошо знаю, его нет. Я спрашиваю, Саша, ты крещенный духом? Она говорит, нет, я не крещенный. Я говорю, Таня, ты крещенная духом? Я крещенная. Я говорю, как же я вас буду сочетывать, вязать? Духовного с плотским. Ну как вас сочетывать? Она крещенная, ты не крещенная. Она говорит, брат Петя, ну есть же такие браки, что сочетывают крещенные и не крещенные. Я говорю, есть. Шукай тех братьев, которые будут тебя сочитывать, не крещенным, с некрещенным, а я не буду. Я не могу, моя совесть не позволяет. Вот. Он говорит, а что же нам делать? Я говорю, думайте, что вам делать. Ревнуй, что ты Бог Духом крестил, тогда приезжайте. Смотрю, его затрусилась нижняя губа. Тогда появились слезы на глазах. И тогда поворачивается ко мне и говорит, брат, так может меня сейчас Бог крестит? Я говорю, не может, точно крестит. Раз уже плачет, то уже крестит. Вставай на колено. Став я на колено, сразу заговорив на иных языках. Так что, говорю, а теперь я уже буду вас учитывать, раз Бог засвидетельствовал. Приехали другие братья, я говорю тем, которые, ну, особо для брата, и чтобы других учили. Приехало два брата из баптиста, одного Бог крестив раньше, и он привез своего друга из Ровенской области, с Корца приехал. И мы стали молиться за этого друга его, что Бог Духом крестил. Помолились раз, другой раз, он остается не крещенным. А тогда он говорит, братья, я думаю, мы будем молиться до утра, пока меня Бог Духом не крестит. Я говорю, смотри на часы. Я тебе еще уделяю 15 минут. Я с тобой буду молиться еще 15 минут. Через 15 минут я ухожу отдыхать, а ты молись до утра. А утром я приду еще тебе 15 минут уделю, если тебя Бог не крестит. А, кажу, целую ночь я не буду с тобой молиться, мне надо отдыхать, завтра на работу. И мы стали молиться, и он открыл глаза, и уже 13 минут прошло. И он как закричит, и на 14 минуте его Бог Духом крестил. Так что никогда не устанавливайте срок. Буду молиться до утра. Я сейчас стану и буду говорить, так? И не томить людей и себя. Бог дает Духа Святого всем, просящим и искренним. Искренним. Если приходим жаждою к Богу, Бог крестит Духом Святым. Что такое жажда? Мы начинаем с этого. Что такое жажда, братья? Жажда – это больше хотения. Жажда. Я хочу пить. Но я могу еще терпеть. Так? Я хочу. Но я могу еще час, два или день даже терпеть. Это хотение. Я жажду. Жажда, когда уже дальше терпеть невозможно. Я жажду. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Буду, как сказано, из чрева потекут реки воды живой. Дух Святой дается не по делам, а по вере и жаждущим. Кто верит и жаждет. Человек, идя пустынным местом, приводит такой пример о жажде. И в Иоанне стало воды. Он, проходя путь, изнемог от жажды и умирает. Не хватает силы, он пал и умирает. И вдруг, когда он лежал, поднимает голову и смотрит. Недалеко стоит кувшин. Был такой обычай в древние времена, кто был или ходил по пустыне, когда выходит из пустынного места или достигает цели, и остается вода, или есть вода, он оставлял воду в кувшине и уходил. Может, кто-то какие-то пути будет идти и найдет эту воду. В сибирских краях, древнеобычаи, в сибирских краях, я был на ссылке тайги, находился, знаете, там в тайге можно за 300, за 100, за 200 километров вглубь ушел тайги найти избушку. Так, брат Миша знает. Избушка, построенный маленький домик. И когда охотники ходят по тайге, находят эту избушку, заходят там наколотые дрова, сухенькие и спички. Всегда. И спички. И заходит уже следующий, через месяц, через, скажем, неделю, заходит и всегда зажигает. И если спички отсырили, он ложит сухие спички или сушит и уходит. Есть древние обычаи в сибирских краях, где путника ночь настигает. И там говорится в псалме, он костер разжигает костер и идет дальше. Значит, жаждущие равно, когда идут и видят, что уже выходят или достигли цели, они оставляют воду и уходят. И этот жар, умирающий от жажды, увидел кувшин, набрался силы, поднялся и бегом к кувшину. Прибежал к кувшину и заглянул в кувшин, а там в кувшине не вода, а золото. Он отвратительно посмотрел и упал. Отвратительно посмотрел на это золото, эту жажду. Когда человек жаждет, ему ничто не милое, ему одна цель – пить. Его не манит ни золото, ни серебро, ни богатство, ничто, ему пыть. И если мы так жаждем Духа Святого, ничто нас не манит, одно только крести Бог Духом Святым. Бог непременно даст. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Давайте встанем, помолимся за брата, чтобы Бог крестил нас. Значит, вам уже изложил брак. Я так пришел, уже в конце, так послушал. У нас нет расхождения, скажем, с тем толкованием, которое он толковал. Но немножко обширнее мы останавливаемся. Значит, братья знают, что года 3, а может даже больше назад, мне братья поручили этот труд, вести труд то есть беседы или встречи с теми, кто имеет дарование. Что-то побуждает нас или побудило нас выделить этому большое внимание и выделить время для того, чтобы нам научиться и быть наученными, как пользоваться дарами Духа Святого, как достигать даров Духа Святого и как идут дары Духа Святого, то есть последовательность. Не скрыто от братьев всех, что много есть трудностей и много есть проблем на основании даров Духа Святого. Я хочу сказать, есть две крайности. Одна крайность у одних, другая крайность у других. Есть церкви, у которых говорят так. Для чего нам пророчество или дары? Самое вернейшее пророчество – это Слово Божие. Это крайность. Другая крайность, где говорят, для чего нам Слово Божие? Самое важное, что скажет Дух Святый. Слово Божие – это буква, но что скажет Дух Святый – это дар. И это крайность. Мы все понимаем, что Слово Божие не буква, а Дух и жизнь. Так, братья? Слово Божие, Дух и жизнь. Вначале было Словом, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Поэтому у нас появилась такая необходимость, чтобы изложить волю Божью о дарах Духа Святого. В одних церквях, я вам просто так объясняюся, особо те, которые любят пророчество и любят быть впереди всех, они берутся или держатся за послание Ефесянам. Апостол Павел Ефесянам говорит, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных учителями, иных пастырями, на дело служения к совершенству святых. И это люди, которые любят впереди идти, и особо пророчествующие говорят так, задают нам вопрос. Сегодня апостолы есть или нет? Я вам задаю вопрос, есть апостолы или нет? А? Значит, братья говорят, что есть. Что такое апостол? Апостол – это посланный. Посланник. Апостол. Есть и сегодня посланники. Но по скромности нашей, и так мы научены, не называем себя апостолами, но признаем, что многие из нас есть посланники от Бога. И апостол Павел говорит, мы как посланник от Бога умоляем вас примириться с Богом. Он называет себя посланником. В то время я приехал в Смелую, в Черкасство есть, нема? Смелые есть, да? Вот я был в Смелой там на молодежной конференции с братом Георгием Бабием. И когда мы приехали, я слышал между молодежью так зашумели. И слышал говорят, приехали епископа, как надзиратели ходят. А затем я, когда я стал на проповеди или на беседу, я говорю, не шепчиться, не говорите, как надзиратели. Мы и есть надзиратели, не как надзиратели, а в полном смысле надзиратели. Слово Божие говорит, надзирайте за наследием Божьим. Так что служителя не как надзиратели, они и есть надзиратели. Но не те, что в тюрьме, а те, что на свободе. И в свободе Христовой. Так что надзиратель – это слово евангельское, и оно должно быть надзирайте за наследием Божьим. Поэтому вот сегодня вам брат изъяснял, и мы это говорим. Если говорит по ефесянам, как я сказал, и они задают вопрос. Апостолов, сам отвечает, нету. Кто на первом месте? Пророки. А вы, пастыра, аж на пятом. Так что подчиняйтесь нам, пророкам. Это есть большая крайность. Это есть большое заблуждение. Если так, где-то толкуют. На первом месте апостол Павел здесь не говорит о последовательности даров. Он говорит в общем, как бывает у церкви. И дары, а вместе с тем и одних поставил апостолами, пророками, евангелистами, учителями. Учитель это уже не дар, как бы учитель, а призвание. Призвание. Здесь Павел говорит о призвании и о труде в общем. Мы обращаем внимание и говорим по Коринфянам, о чем брат гость вам изъяснял. Коринфянам 14 глава, или 12 главу возьмем, говорит такие слова. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Апостол Павел начинает 12 главу, говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Всем понятно, что дальше пойдет речь о чем? О дарах духовных. Если он говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных, понятно, что дальше пойдет речь о дарах духовных. Но я вас прошу, открыть 10 главу Евангелия от Луки, 25 стих и ниже. И вот один законник встал, искушая его, и сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему в законе, что написано и как читаешь. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью Твоей и всем разумением Твоим, и ближнего Твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты говоришь, так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На этом сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою, увидел его, прошел мимо. Также левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, увидел его, сжалился. И, подойдя, привязал ему раны, возливая масло и вино, посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария и дал содержателю гостиницы, сказал ему: позаботься о нем, и если издержишь что более, я когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих был ближний? Я хочу вам сказать и то, что сам понимаю, и вместе с вами порассуждать. Это прилично говорить о каждом из нас, не так ли? Кто есть добрый самарянин? Я спрашиваю вас, кто есть добрый самарянин? Добрый самарянин, кто здесь? Иисус Христос, слава Ему! Израненный, избытый, это есть грешник, который идет из Иерусалима в Иерихон. Иерусалим – это город Бога. Иерусалим и храм, в Иерусалиме жертвоприношения, воскурается постоянно фимиам Богу. В Иерусалим идут на поклонение Богу. То есть идут в Иерусалим те, которые чтут Бога, ищут Бога и славят Его. Этот же человек идет не в Иерусалим, а из Иерусалима в Иерихон. Иерихон – это портовой город, город торговли. И если Иерусалим находится на возвышенности гор, то Иерихон ниже уровня моря. И этот человек направляется в Иерихон из Иерусалима, заметьте. Дальше и дальше уходит от Бога. От поклонения Богу, его цель – торговля, приобретение, нажива и земное обогащение. И можно сказать, такими были многие из нас. Когда мы не знали Бога, мы уходили дальше и дальше от Бога. Мы не тянулись на место поклонения Богу, мы уходили из этих мест. И сатана, как разбойник, такого человека настигает, обокрал его, обграбил его, забрал все доброе, совесть, честь. И, как бы сказать, даже все доброе, и смирение, и кротость, обобрал его. И когда сатана доводит от человека до крайности, дальше бросил и пошел за следующей жертвой. Я хочу еще раз сказать, такими были многие из нас. Когда люди ищут земного, сатана их доводит до крайности. Многие люди стают алкоголиками, наркоманами. И сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И вы знаете, когда началась перестройка у нас в Союзе бывшем, я лично за активистами развозил книги духовные, Библии, детские, Библии, Евангелие по школам, по библиотекам. И когда задавали вопрос, а что же будут делать атеисты? И почему сегодня так делают, что снимают, где было, значит, скажем, атеистическая литература, уголок, снимали эту атеистическую литературу и ставили духовную. И атеисты отвечали: может быть, религия поднимет мораль человеческую. Может быть, религия остановит спад морали человеческой. Я хочу сказать, ни одна религия, Ни один священник не справит ни одного человека. Никто не спасет ни одного грешника, кроме кого? Иисуса Христа. Единственный добрый самарянин – это Христос, который спасает грешника. И шел той дорогой священник, религиозный человек, верующий, но израненному, избитому не помог. И я всегда говорю, ни один священник не спасет ни одного грешника, даже сам Папа Римский. Дай Боже, чтобы он сам спасся, правда? Он ни одного не спасет. Но есть одна личность, это Иисус Христос. И если что-то Иисус Христос делает через нас, то делаем не мы, а Он делает, Христос. И заметьте, путь спасения сошел своего осла, перевязал раны, вылил елей на раны. Елей – это благодать. Находит человека грешного Иисус Христос, прежде всего являет ему свою благодать. Излил благодать. Благодать – это доброе даяние, благое даяние. Не по заслугам, но проявляет этому грешнику, который настолько избитый грехом, проявляет благодать. А затем садит на осла и отправляет его... Куда, братья? Ну давайте разом. Куда отправляет? В гостиницу. Гостиница – это из церкви. И чтобы вы знали, что ни один грешник мимо церкви не спасется. Я встречаю людей часто и спрашиваю: брат, я ты членом церкви? А так поднимает руку и гордо говорит: Бог Вселенской. Я говорю: ты знаешь, я уже такого человека встречаю не первого. Когда я спрашивал людей, где ты работаешь, то это еще неделю работает, говорит: воздух трест. Все понимают, что такого воздух треста нету. И такой церкви, как Вселенской, нету. Церковь Вселенская, потому что вся церковь соединится, то есть будет поднята в свое время. И если человек говорит: я во Вселенской церкви, он ни в какой церкви, ни в какой. Раньше говорили: где работаешь, он скажет: воздух трест. А сейчас я спрашиваю, когда разогнали бывшую команду горисполкома, я встретил знакомый уродевый, теперь работаете. Он говорит: гор топай, по городе топай. Значит, такие есть члены церкви. Они ни в какой церкви не находятся членами, а считают себя духовными людьми. Мы имеем дело с Богом. Наш человек не спасен. И я смотрю на них, на этих людей, не знаю Писания. Христос находит грешника и отправляет его в гостиницу. Церковь есть стол и утверждение истины. Церковь есть небо преддверия. Только через церковь есть спасение. Другого пути нет. И переночевал в гостинице с ним, а утром подошел к содержателю гостиницы и дал ему 2 динария. Содержатель гостиницы — это есть пастырь церкви. 2 динария я их держу, Старый и Новый Завет. И Бог дает право и полномочия пастору церкви каждого грешника лечить чем? Словом Божьим. Слово Божие умудряет простым. Слово Божие есть светильник для ноги нашей. Слово Божие есть компас. И Слово Божие утверждено на небесах. Единственная книга, Библия, которая прошла небесную цензуру. Никакие книги, самые прекрасные, которые сегодня пишут и хорошо оформляют их, ни одна из них не прошла небесную цензуру. Библия прошла небесную цензуру. Слава Иисусу! И поэтому Бог говорит, что изранен избит грехом грешника, Бог приводит в церковь. А в церкви дает содержателю гостиницы 2 динария, Старый и Новый Завет. Учи его, лечи его, а если не хватит, А если не хватит тебе, то я еще дам, дополню по возвращению. Когда пойду, умолю Отца, и Он вам пошлет другого утешителя, который наставит вас, научит, обличит и будущее возвестит. Это третий динарий. Дари Духа Святого. Аллилуйя! Слава Иисусу! Поэтому на первом месте для каждого из нас есть Слово Божие. И если в Слове Божьем не находим мы ответа, тогда мы обращаемся к Богу за третьим динарием. То есть, Боже, открой нам, мы не знаем, как поступить и как сделать. И если кто-то пренебрег, как я уже говорил, 2 динария Слово Божье и ухватился только за третий, это есть крайность. Если кто-то взялся за 2 динария, отвернул третий, тоже крайность. Вы так все понимаете? Вы так все понимаете? Вопросов нема, да? Вам скучно, наверное, в беседе, да? Встанем, помолимся. За церковь, содержатель гостиницы есть пастор. Братья, так чи не? И если так, будем все понимать. Никогда проблем не будет у нас и здоровья духа. Никогда. Мы всегда будем правильно понимать, что на первом месте Слово Божие. Слово Божие научает, умудряет и ведет. А если не хватит, я еще добавлю. Давайте пойдем по тех местах, о которых говорил брат уже. Я начинаю с 14 главы, Коринфян. 14 глава, 1 стишок, написано: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Заметьте, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. Особенно о том, чтобы пророчествовать. Что такое Царство Божие? Кто скажет? Что такое Царство Божие? Ну давайте услышим. Мир и радость, праведность. Как сестра говорит? Радость Богу и милость будущего. Давайте по-украински, кто скажет? Заметьте, братья, заметьте, это очень важно. Царство Божие не пища и питье, а праведность, мир, а тоді радость в Святом Духе. Вы чули? Значит, собираются христиане и говорят: у нас нету радости. Давайте вам молиться, чтобы нам радоваться в Святом Духе. И когда я слышу такие отзывы или такое, как бы сказать, воззвание, я всегда говорю: не оттуда начинаете. Царству Божьему всего 3 ступенечки. 3 ступенечки, лесенька из 3 ступенек. И первая ступенька – праведность. 2-я ступенька – мир, а дальше радость в Святом Духе. Праведность идет вот так, то есть наша жизнь среди людей, не знающих нас или Бога. Праведность от дел. А дальше в сердце мир, о чем сегодня брат вам говорил, что Христос сказал: мир мой даю вам. В сердце мир. И если человек живет праведно и в сердце мир, то радоваться будет всегда. Так или нет? Если у нас нету праведной жизни, и мы хотим радоваться в Святом Духе, мы повернули эту лесенку наоборот. И будет крушение или падение. Значит, для того, чтобы подняться на 2-ю ступенечку, надо стать на 1-ю. 1-я – праведность. Наша жизнь. А дальше – мир. А тогда радость в Святом Духе. Если человек живет праведной жизнью и в сердце хранит мир, то не надо даже просить даров Духа Святого, они польются как река. Потому что человек живет праведной жизнью, праведной жизнью. Царство Божие, праведность, мир и радость во Святом Духе. Поэтому апостол Павел Коринтяне говорить, достигайте любви. Не говорит просите любви. Достигайте любви. Вы знаете такой псалом? Поем его на Троицу обычно, в День Пятидесятницы. От, а по-польскому на Зелені свята. Спевают такой псалом. Дай дари нам врачевания, дар пророческих речей, но что больше всех даяний, дай нам дар любви твоей. Поем, да? Поем. Мы поем, и автор сочинил этот псалом, и, наверное, он не знал Писания. Такого дара, как дар любви, нету. Любовь не относится к дарам, любовь относится к плодам. Вы слышите? Плод же духа. И первый плод что? Любовь. Прочитайте Евангелие, проанализируйте. Такого дара, как дар любви, нету. Вы скажете, Божья любовь слила сердца наши Духом Святым. И я скажу, аминь. Это Божья любовь. Бог есть любовь. И Бог нас любит, хотя мы даже нарушаем волю Его. Бог всех любит. Вот когда человека, христианина, члена церкви, наказывает за тот или другой поступок, и он поднимается и говорит, не только берите на замечание, исключайте. Я все равно знаю, что меня Бог любит. Я задаю вопрос, правильно он говорит, что его Бог любит? Правильно. Бог есть любовь. И у Бога нет ненависти. Бог его любит. Бог возлюбил мир, когда он еще не знал Бога. И те, которые распинали его, он их любил и за них молился. Но это нас не должно радовать. Вы поняли? Или, вернее, это не радует Бога. Написано, на подвиг души своей он будет смотреть как? С довольством. И когда человек говорит, я знаю, что Бог меня любит, и этим радуется, это не есть уже какое-то достижение. Любой человек может сказать, меня Бог любит, и я скажу аминь. Бо Бог есть любовь. Но смотрите, вы все взрослые. Юноша влюбился в девицу. Радуется он или нет, когда он влюбился в нее? Наверное, вы влюбленные не были. Радуется, когда он в нее влюбился? Да не радуется, он спать не может. Брат, вы что говорите? Он не может спать. Он ляжет спать и думает, а как она меня? А как она меня? Он томится. Любовь, значит, односторонняя, не радует. Я могу полюбить кого-то, но это меня не радует, если он меня не любит, так или нет? И когда он говорит девице, открывая ей и говорит о своей любви, о своем расположении, она говорит, я тебя тоже люблю. Радуется он или нет? Он летит как на крыльях, правда? Бог радуется тем, что когда мы любим Бога. То, что нас Бог любит, это мы можем радоваться, но не радуется Бог. А слово Божие говорит, на подвиг души своей он будет смотреть с радостью, с удовольствием, с радостью. Радуется Бог, когда мы Бога любим. Поэтому здесь говорит апостол Павел, достигайте любви. Какой? Богу любви. Бог нас любит и никогда не переставал любить. Я помню такой пример, я его не раз привожу. Один брат зашел к своему другу, верующему тоже. И когда он возил его, он увидел его сына, неверующего сына. И сын очень грубо поступает с отцом. Отец что-то скажет, он ему так грубо отвечает, ну как говорят по-украински, зыкая к нему. И когда сам сын вышел из квартиры, этот год скажет, брат, это что, твой сын? Говорит, да, это мой сын. Такой грубиян. Такой, как есть. Такой, как есть. Как ты видишь. Да я б такого сина вигнав би, вижене його з дому. А на руку положив на сердце, говорит, брат, не могу, был бы твой, выдал бы он мой. Понимаете, Бог нас любит, но он нами не всегда радуется. Когда-то я приехал в одно селение, и когда зашел в комнату, я смотрю, лежит парализованный человек. Лет 30 было ему и больше. Туловище вместе росло так, голова бросла в туловище, шеи не видно, не поворачивая головой, ничем не двигается, только мычит, как, по-скотски мычит, голоса никакого. И я так посмотрел на него, весьма ужаснулся. А затем, смотрю, мама подходит к нему, садится возле его кровати, то есть его кровать, поднимает его от туловища вместе с головой, ложит себе на коленка и начинает его гладить. И у меня первый вопрос, смотри, как она его любит. Любит или нет? Любит. А дальше другой вопрос, радуется ли она им? Как вы думаете? Нет. То, что Бог нас любит, это одно. Мы должны достигать не того или утешать себя, что меня Бог любит, а мы должны утешать тем, что Бог на нас смотрит с радостью. Аллилуйя! И когда мы достигаем жизни, чтобы Бог на нас смотрел с удовольствием, это радует небо, это радует нас. На подвиг души своей Он будет смотреть с удовольствием. Поэтому апостол Павел говорит, достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных. Что такое ревность? Не можно ревновать о том, чего нету, чего мы не любим. Ревность всегда рождается от чего? Братья, от чего рождается ревность? Братья, я так не могу беседовать. От чего рождается ревность? От любви, то всем понятно. Если не любит, скажем, парень девицу, ему все равно, с кем она идет, где она ходит, ему безразлично, так или нет. Но когда он ее любит, он ревнует. И вот заметьте, что говорит Писание. Ибо до ревности любит дух, живущий у нас. Жалуется сосед, который не должен быть уверующим. Но соседка жалуется и говорит, у меня очень ревнивый муж. Ни с кем не стань, ни с кем не заговори, никому не улыбнися. Если это сделаю, уже получу, если увидел. Всем понятно, что он ее любит до ревности. Братья, так или нет? И Слово Божие говорит, Дух Святой, живущий в нас, любит нас как? До ревности. Дух Святой ревнует, когда мы с другим встречаемся. Когда мы другому симпатизируем, когда мы другому улыбаемся и с другим дружим, это есть грех. Если мы, как христиане, с другим дружим, другому улыбаемся, то Дух Святой, живущий в нас, любит нас до ревности. И апостол Павел говорит, ото многие заснемошны, больные и немало умирают. Он вступается в суд с нами по ревности. Поэтому христианин, прежде всего, должен достигнуть любви. Любовь достигается, дары даются. Достиг любви, когда человек достиг любви и возлюбил Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением, то сказано, любовь не ищет своего. Вам брат говорил, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, даже не мыслит зла и тому подобное. Мы об этом вам говорим. Человек достиг любви, Бог непременно посылает дары. Даже не надо молиться, дай дары. Они польются, как река. Когда человек достиг любви, то есть возлюбил Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением. И ниже говорит о том, чтобы пророчествовать. Особо о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает, и он тайно говорит духом. Кто пророчествует, тот говорит людям, назиданию, увещеванию, утешению. Кто говорит на незнакомом языку, тот назидает себя. Кто пророчествует, тот назидает других. Когда я беседую и с пророчествующими или виденцами, Я всегда делаю ударение на этом стишку. Для того, чтобы получить нам назидание. Что такое назидание? Браты, что такое назидание? Вот крепление, так? Самое слово назидание, всем понятно, по-украински вроде как хино, так? Назидаемся, подкрепляемся. Так. Для того, чтобы получить назидание, что надо, братья? Кушать, да. Ну, Писание каже, кто говорит на иных языках, тот назидает себя. У нас обычно привыкли так, члены церкви, такое томление, такая тоска, побегу десь к пророку. Что скажет Бог? Получу назидание. Получая назидание, если пророк на своем месте. Но Писание говорит, кто говорит на иных языках, тот назидает себя. Самое большое утешение, когда христианин склонил колено, открыл свои уста и дал свободу Духу. И Дух Святой на иных языках начинает ходатайство, начинает прославлять Бога. Это назидает меня. Аминь. Аминь. Это назидает меня, когда я исполнился Духа Святого. Поэтому Слово Божие говорит прежде всего, достигайте любви, а дальше говорит. Иуда говорит, а вы, возлюблен, назидай себя на святейшей вере, молясь Духом Святым. И слышите? Самая святейшая вера, молясь Духом Святым. Братья, не секрет, равные сестры у нас присутствуют, что самая большая трагедия, что сегодня пятидесятники, крещенные Духом Святым, не все молятся на иных языках. Не все. Бывает так, что получил крещение Духом Святым, и вел 3 слова вперед и 3 слова назад. Та-та-ту, ту-ту-та, та-та-ту, та-та-ту. И так идут года. Никогда назидания не будет иметь такой человек. Он не имеет источника, который назидал бы его. Поэтому я всем говорю, прежде всего, достичь любви, а затем ревновать о том, чтобы нам молиться Духом. Когда приходит скорбь или теснота, я это пережил, и благодарю Бога. Я это пережил. Когда были трудные времена для меня, для моей семьи, и когда не было где молиться, и приходило тоска и томление, я уходил в тайгу. А в тайге, вы знаете, зимою каждая сосна молитвенный дом. Вот, потому что кругом снегу по 2 метра, а под сосной сухо, там снегу нету. И туда забрался, там и уютно, и тепло, и там начинаешь молиться. И когда начал молиться на иных языках, затем приходит благодать, и сливается сила Духа Святого. Затем начинаешь петь на иных языках. И домой уже не идешь, а летишь, как на крыльях. Ты исполнился Духом, получил назидание. Но если у нас нету полноты речи, братья милые, нам надо просто остановиться и никуда не шагать дальше. Начать ревновать и молиться, чтобы Бог дал полноту речи. Вот мы едем с братом Олегом и рассуждаем о... Баптистка звонит ему и жалуется, или высказывает свое такое недоразумение. Я была у Паши, но не умещается. Возле меня стояла сестра, как начала кричать, ну не человеческий крик, такой раздирающий крик, вопль. Я не понимаю этого. Я понимаю плакать, сокрушаться, но такой крик я не понимаю. И правильно говорить или нет? Правильно говорит. Люди, особо пятидесятники. Значит, Слово Божие говорит, апостол Павел говорит, все должно быть благопристойно и что? Чинно. Нас только скажи за чинность, скажи, вычинили, все, одна шкура осталась. Значит, у нас как за чинность. Вот. Все вычинили. Значит, мы не за то, чтобы вычинить. Но Слово Божие говорит, назидает себя. Кто говорит на иных языках, тот назидает себя. Когда вы молитесь, или когда вас Бог Духом крестил. Я не удивляюсь, что вначале, когда Бог Духом крестит, иным Бог дает полноту речи сразу, а другие постепенно переходят от веры в веру. Не с убеждения в убеждение, а от веры в веру. Сегодня такая вера, завтра больше, и возрастают веры. И когда Бог Духом крестит, бывает так, что если пещущие языки, есть несколько слов, но человек упражняется в этом, достигает больше и достигает полноты речи. И когда мы молимся на иных языках, очень приятно и очень радостно, когда мы можем так молиться, как мы говорим. Я уже приводил пример. У меня, слава Богу, 18 внуков. Две недели, как родился 18. И я улыбаюсь, и мама улыбается, и папа. Но если бы моему Верославчику уже было 12 лет, 16, и он так говорит, уже мы не будем улыбаться, а будем что? Плакать. Так или нет? Мы будем плакать. Нету полноты речи. Родился неполноценный, или косноязычный, или другая. Нету полноты речи. Когда Бог Духом крестит и молится, вы меня извините, пусть Бог просит и молится, мы радуемся, да? Но если я пришел через день и слышу снова ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, я уже насторожился. Через неделю снова ля-ля-ля-ля-ля-ля, и больше ничего, я уже в тревоге. Обманутый человек, я так понимаю. Кто-то сказал, что ты крещенный, когда только коснулась благодать. Когда Бог Духом крестит, то наш Дух начинает говорить. Я подчеркиваю, наш Дух, заметьте, начинает говорить. Мы были мертвы по делам и преступлениям. Мы были мертвы. Кто был мертв? Тело или Дух? Дух. Но ожили или воскресли. Когда воскрес или ожил мой Дух, или родился ребенок, когда рождается ребенок. Сестры, кто имел детей? Какое желание у мамы, когда рождает ребенка, какое желание во время родов, или когда уже вышел ребенок из утробы, какое желание у мамы? Услышать голос. Так? Услышать голос. И вдруг слышит, мама, слава Богу, живой. Почему? Голос подал. Когда мой Дух воскрес, и когда я родился, то он заговорил. Аллилуйя! И он заговорил мимо моего разума. Ор дириганту фройсе, чигалавру сентация, гепшетру вензуфаде, шепонги час, леригитулория суномена чаду генчеяс, прайзеримена гурбенция хантуге шатру. И пускай заходит любой, я буду молиться, он не соблазнится. Так, брат Миша? Я благодарю Бога, Бог дал полноту речи. Но если я буду молиться, то я буду, ой Боже. Вот. И когда заходят к нам неверующие люди, и так молятся наши члены, то я, как служитель, путею от переживания. Понимаете? Не достигли полноты речи. Или родились, да не растут. Карлики духовные, карлики. Вы учите так людей, достигайте сами. Крестил Бог Духом Святым, говорите, как на знакомом языку, достигайте. Чигроя сентация, лорбитаус, чигероц, инжелянту урбиделация. И дальше молится. И когда человек достиг полноты речи, это прославляется Господь. Это назидает человека, назидает. И он даже о большем не ревнует, он старается сохранить это. В этом моя радость. Так или нет? Мне один баптист скажет, Петя, я удивляюсь из вас. Ну какая радость молиться на иных языках? Никакая то радость. Сам не знаю что. Я говорю, я тебе не удивляюсь. Ты за нас удивляешься, я за нас ничуть. Я за нас ничуть не удивляюсь. Потому что вы не знаете. И вот я ему рассказываю. Саул идет, шукая ослиц. А Бог говорит Самуилу, вот ты встретишь его там, Саула такой-такой, скажи ему, что ослицы уже найдены, отец ищет тебя, а затем выведешь его там за город, возьмешь елей, смаз, то есть рог с елеем, и вылей ему на голову. И скажи, так, говорит Господь, ныне помазываю тебя царем над Израилем. Я ему говорю, как ты думаешь? Со стороны стоящие люди не знают, что тут происходит. Как они смотрят на это событие? С большим удивлением. Да что это такое? Человек одетый, выливая ему масло на голову, тече за воротник, тече на одежду. Ну что то он делает? Со стороны никакой радости, наоборот, удивления. А тот, на кого изливается тот елей, пастух сегодня, завтра уже царь. Правда же? Он радуется до восторга. И когда нас Бог мажет елеем благодати, и мы принимаем это как помазание у царей, священники, мы этим радуемся. Аминь. Слава Иисусу. А когда мы радуемся, то мы этим и дорожим, и этим дорожим. И никогда не умоляем моления или молитву на иных языках. Станем молимся. Аллилуйя, вечер, он всем 13. Мы уже с 12 начинали говорить. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духов. Первый стишок нам говорит, что дальше пойдет речь о дарах духов. Зная, что когда мы были язычники, то ходили к безвластным идолам, так как бы были вас. Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анахремена Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Первое, что мы должны обратить внимание, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анахрема. Анахрема – это проклятие на Бога. Говорение Духом апостол Павел уже 14 главой мы читали, говорит, кто говорит на иных языках, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит Духом. Говорит Духом, это говорит на иных языках. И поэтому говорится, никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анахремена Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. А вы называете Иисуса Господом? А баптисты называют Иисуса Господом. А православные? А Писание говорит, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Как это понять? А? Вот смотрите. Ну, скажем, я захожу до брата Михаила Гордиенко в дом, и он меня принял как брата, и мы сидим, беседуем или принимаем пищу, и вдруг заходит кто-то из представителей власти города Богослава и говорит, кто господин этого дома? Как вы думаете, кто поднимется и скажет «я»? Миша, так? Почему? Потому что он хозяин этого дома. Он в этом доме что хочет, то и делает. Хочет вносить что-то, хочет меняет, хочет перестраивает. Он хозяин. Он есть господин. Господин – это управитель, или, как бы сказать, управляет, распоряжается всем, что есть. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только тот, в чьем сердце он живет Духом Святым. То есть, если Иисус Христос вселился в наше сердце и управляет нашей жизнью так, как Ему угодно, то Он наш Господь. Апостол Павел говорит, не я живу, а живет во мне Христос. Он мой Господь. Моего нету. Все Его. Я свою жизнь вручил Иисусу. Он вселился в мое сердце Духом Святым. И Он управляет моей жизнью. Не я живу, а живет во мне Христос. Он мой Господь. Но если Он не живет в нашем сердце, не вселился Духом Святым в наше сердце, и мы называем Его Господом, только называем, но Он не есть Господь. Вот мы сами собою управляем, сами собой руководим и делаем, что нам хочется. Иисус не является Господом. Господом Он является тому, чьей жизнью Он распоряжается, чьей жизнью Он управляет. Он Господин моей жизни. Аллилуйя! Слава Иисусу! Поэтому, если мы называем Иисуса Господом, то мы должны знать, что Он хочет. Как брат говорил, прислушаться голосу, который говорит, голос Божий в нашем сердце. И что Бог хочет, то мы делаем. То мы исполняем волю Божию. Он мой Господь. Одному христианину говорят, пойдем, танцевать будем. Он говорит, я не могу танцевать. Почему? У меня ног нету. Он посмотрел на него, ты что? А это что? Говорит, это не мои, это Христовы. Руки Христовы. Ум Христов. Чувствование Христовы. Он мой Господь. Аллилуйя! Он мой Господь. Он управляет моей жизнью, как Ему угодно. Он мой Господь. Когда-то я среди баптистов трудился, и вы знаете, когда Бог начал крестить Духом Святым баптистов, пожаловались некоторые, которые противились их старшим братьям, и они приехали и начали со мной там дискутировать. Я не буду рассказывать, какая была дискуссия, неприятно, конечно. Но хочу сказать, когда я начал, он начал говорить, и, значит, со мной беседовать и говорит, затем до одной сестры. Сестра, написано, кто призовет имя Господне, спасется. Ты призываешь имя Господне? Призываю. Спасется. А ты, сестра, призывай? Призываю. Спасется. И так спросил несколько сестер. Знаете, по своей молодости, это еще в юности, это мне было 24 или 25 лет в то время, я не смог ему ответить или неожиданно. Прошли года. Я же нес епископское служение. Приехал я в Комсомольск Полтавской области, и там у Виктора на кожном служении. Стал на проповеди, так голову повернул, на стенке написано этот стишок. Кто призовет имя Господне, тот спасется. И он мне в то время открывается в реальности. Этот стишок открывается. Вроде ничего особо, да? Но открывается в полном смысле. И я хочу сказать, Дима, где ты есть? Есть, да? Дима меня звал на эту беседу. Я ему благодарен, что он меня уважает. Если меня все будут любить, как Дима, я буду счастлив. Да, Дима, да? Значит, вот, он меня звал. И я уже ехал с братом Олегом, спасибо ему, что он тоже пожелал и привез меня. Я еду, я уехал уже в Киев. Я уже выехал на дорогу, которая ведет в Бровары. Но я еще не в Броварах. Я призван или нет? Я вас спрашиваю. Я только зван. Я остаюсь званым. Кто призовет имя Господне, тот спасется. Не говорит, кто будет звать, а кто призовет. Призван, это уже когда я с вами сегодня разделяю беседу, и уже вместе с вами я уже не зван, а что? Призван. Мы имеем уже общение друг с другом. Это есть призвание. Кто призовет имя Господне, тот спасется. Призвать это упустить его в свое сердце. Это разделить с ним беседу. Разделить с ним общение, как и мы придем и обитель сотворим. Вечеру сотворим, в другом месте говорится. Обитель сотворим. Если Христос пришел в наше сердце и вселился в нашем сердце и живет, Он наш Господин. мы его призвали. Аллилуйя! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Это надо, чтобы знал каждый христианин. Призвать Иисуса — это чувствовать, что Он во мне, а я в Нем. Я призвал Его. И Он теперь со мною разделяет общение, беседу. Кто призовет имя Господне? Дальше читаю, 13 глава. Дары различные, а Дух один и тот же. И служение различное, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий ему все. Все во всем. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Заметьте, дальше я буду говорить. Я остановлюсь, чтобы не упустить это. Сегодня мы слышали беседу о дарах Духа и плодах Духа. Когда вы читаете о дарах Духа Святого, то вы всегда найдете, что не пишется «дары Духа», пишется с большой буквы. А когда вы читаете «плод же Духа», пишется с маленькой буквы «плод». Плод дает наш Дух, а Святой Дух дает дары. Чтобы наш Дух приносил плоды, но сами вы понимаете, что я говорю. Значит, Дух Святой дает дары, а мы должны Богу принести что? Плоды. Плод же Духа, любовь, радость, и пишет Духа с маленькой буквы. Наш Дух приносит плоды Богу, если на нашем привился Святой. Но я привожу-таки вопрос задаю. Дух Святой, когда Бог крестит человека Духом Святым, где поселяется Дух Святой в человеке? Ну, братья, давайте дружно. Я одному брату говорю: брат, ну сидим, я говорю: брат, мне очень болит сердце. А он так на меня смотрит с удивлением, говорит: тебе болит сердце? Я говорю: а что ты так удивляешься? Болит. И здорово болит. Он сказал: Петя, тебе болит сердце? Я говорю: болит. Да ты что? В твоем сердце Дух Святой. Я говорю: да нет, мое сердце, как и твое, перекачан за сутки более, нежели 8 тонн крови. И оно томится, знашивается и болеет. И бывает, что даже пересадку делают сердце. И вот взяли, да пересадили вам чужое сердце, и что, вы в ад пойдете? А в вашем сердце жил Святой Дух. Это же Дух сидится. Правильно сестра говорит. Сердце – это внутренний человек. Дух Святой поселяется в нашем духе. Или называя сердцем не отдай. Это же не это сердце, а внутренний человек. Это называется сердце. Сердце – это не то сердце, что с левой стороны. Это то, что в нашем теле живет Дух наш. Дух наш. И когда Бог крестит Духом Святым, то Дух Святой почиет на нашем Духе. Аллилуйя! Слава Иисусу! Заметьте, написано: вы не по плоти живете, а по Духу. И пишет по Духу с маленькой буквы. А дальше: если только Дух Божий живет у вас. Живущий по плоти Богу угодит. Не хотят? Не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет у вас. Я привожу такой пример. Пошел я в лес, выкопал дичку, яблоньку или грушу, принес в огород, посадил, обложил навозом, подвел ручеек, как по Писанию говорится. Я вам скажу одну фразу, чтобы не упустить. Подвел ручеек, обложил навозом и прикопал. Так написано? Нет. Иные братья могут только навозом обкладать, ручеек не подводит и не обкапывает. Это очень плохо. Очень плохо. Значит, по Писанию подвел ручеек, обложил навозом и прикопал. И растет яблонька, выросла на третий или четвертый год, расцвела и принесла плод. Какой? Дикий. Почему? Потому что не привито. И вы, чада, рожденные от Адама. Рожденные от Адама наследовали грех Адама, перешел на всех рожденных от Адама. Поэтому Христос говорит Никодиму, вам должно родиться свыше. И когда Бог крестит Духом Святым, то на наш Дух прививается Святой. Слава Иисусу! Равно как срезали дикое, привили доброе, и корень остается старого. Питается наш Дух и переносит плоды. Ну, видите, если мы смотрим на дерево, иной раз говорят, хорошее дерево, какие прекрасные плоды. И я задаю вопрос, плоды приносят ветки или корень? А ну давайте, рассуждаем. Так, но корень. Сказано, я есть истинный виноградная лоза, а вы что? Ветви привили, что? На этой лозе. А корень кто? Отец. И если питание идет от корня, идет на ветки, и ветки дают плоды. Но если корень не будет питаться, на ветках плодов не будет. Братья, вы слышите? Если мы не будем питать наш дух Словом Божьим и молитвою, никаких плодов не ожидайте. Никаких. Наш дух должен питаться. Написано, возлюбите чистое словесное молоко, да вы от него вам возрасти, что? Во спасение. Наш дух питается от Слова Божьего, от Духа Святого и приносит плоды добрые, бо на нем привился Святой. Святой Дух и приносим добрые плоды. Но я дальше иду. Дары различные, а Дух один и тот же. Но каждому дается проявление Духа. Одному дается Духом слово мудрости. Мы уже пришли к тому, что Дух Святой привился на нашем Духе. Так, братья? Дух Святой, другими словами сказать, живет в нашем Духе. А теперь следующий вопрос. А где живет премудрость в человеке? Правильно, брат говорит. Премудрость обитает в разуме и ищет рассудительного знания. Премудрость обитает в разуме и ищет рассудительного знания. Для того, чтобы быть мудрым, надо шевелить чем? Разумом. Премудрость обитает в разуме и ищет рассудительного знания. Если человек хочет быть мудрым, то он должен никнуть Слово Божие. Слово Божие умудряет простых. Аллилуйя! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Это первый из всех даров. Слово знания. И оно дается не в сердце, а в разум. Идет через разум. Это дар. И разум наш, как фильтр, воспринимая Слово Божие, отлагая его в архиве, в сердце. Все идет у сердца через разум, не так? Разум вправе фильтрировать, что упустить у сердца, а что не упустить. Написано, мы сегодня так говорили, когда я сюда приехал за помыслы, и Олег говорит, написано, помыслы человека глубокие воды, и мудрый вычерпает их. Пришла мысль, и мы поняли, что это не от Бога. Не упустили ее через разум и не попало в наше сердце. Значит, премудрость обитает в разуме и ищет рассудительного знания. Понятно чи ні? Братья, сестры, понятно чи ні? Премудрость, если Дух Святой живет в нашем Духе, то премудрость живет в разуме. И это дали мы. И Слово Божие говорит, Бог говорит Иисусу Навину. все, что пред тобою, вся земля, которая пред тобою, везде, где ступят ступы ног ваших, будет место ваше. Только будь тверд и мужествен. Книга закона сего, да не отходит от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Тогда ты будешь успешен во всех предприятиях твоих. Если христианин встает и молится: Боже, дай мудрости, дай мудрости, дай мудрости, а слово Божие пылью припадает, напрасно шуруя штаны. Такое. Поняли? Напрасно. Значит, Слово Божие умудряет простых. Слово Божие. Если не хватает мудрости, идем к Слову Божьему. Оно умудряет простых. Аминь. Значит, апостол Павел Тимофею говорит: не кай себя и учение, занимайся всем постоянно, так поступай себя, спасешь и слушающих тебя. И вот смотрите, на первом месте стоит два дара: слово знания и слово мудрости. Кому дается слово знания? Кому дается по Писанию слово знания? Кто любит Бога, тому дано знание от Бога. Но если мы кажем, что мы любим Бога, а Библию читаем один раз в неделю, мы любим Бога? Не любим. Любовь к Богу и выражается в том, что мы любим Слово Божие. Любовь всегда ищет общительности. Любовь никогда не считает денег и не меряет километры. Она влечет друг к другу. Если мы любим Бога, то мы ищем общение с Богом. А наше общение с Богом только через Слово и молитву. Так или нет? Когда мы читаем Слово Божие, Бог говорит нам. А когда мы молимся, мы говорим Богу. Мы ищем общительности с Богом. Значит, мы любим Слово Божие. И на первом месте стоит слово знание. И вы знаете, как бывает? Приезжаешь в церковь, и начинаешь беседовать, а там сестры или братья говорят: ну что, брат, у нас такие слабые служители, у нас пастор неударенный. Он не, правда, он слово любит, беседу может провести, но он не имеет ни пророчества, ни видения, никакого дара. А я говорю, ему не надо никакого дара. Ему надо только два дара: слово знания и слово мудрости. И аминь. И написано: кто любит Бога, тому дано знание от Бога. И другое место: от священников Бог требует ведения. Ведение — это знание. Бог никогда не будет требовать то, что Он не дал нам. И если Он призывает кого-то из вас на дело служения к священнодействию, Он и наделяет вас словом мудрости и словом знания. И этих два дара Бог открывает, даже в видении было показано, этих два дара как две железнодорожных рельсы или нитки, так? По которых двигаться будет весь духовный состав. Две железнодорожных нитки или две рельсы, по которым будет двигаться весь духовный состав. Именно рельсы направляют тепловоз или паровоз или электровоз к данной цели, рельсы. Куда переведены стрелки, туда идет, движется паровоз. Слово Божье направляет все дары. Слово знания и слово мудрости. Если служитель знает Слово Божие, и Бог ему дал познание Слова Божьего и Слово мудрости, Он управляет всеми дарами. Аминь. Слава Иисусу! Он управляет всеми дарами и всеми одаренными. И это не все знают. Они знали по их весянам. На первом месте апостолы, их нет, теперь пророки. Вы нас слушаете и заводит тупики. Я вам откровенно. И заводит тупики церкви и даже служителей, которые не знают Слова Божия или уклонились от истины. Две Два дара, слово знания и слово мудрости, даются те, кто любит Бога и который Бог призывает на служение, чтобы он был учителем. Так написано. Раз учитель, знает слово. Дали ему слово мудрости, слово знания. И это для служителя достаточно. Если даст Бог что-то больше, слава Богу. Но если даже остается с этими дарами слово знания и слово мудрости, надо понимать, что это основных два дара. Основных. Не основное пророчество, а основное слово знания и слово мудрости. И как брат американец говорил, свираем Словом Божьим, свираем Словом Божьим. То есть направляем по Слову Божьему. И Бог открывает такое явление. Показывает паровоз. Вы все знаете паровоз, что такое? Паровоз, знаете, что такое? Это не электровоз, а который кочегарили углем, и так чух-чух-чух-чух, и шел, значит, на одном поршне. Вот паровоз, их много стоять сейчас, значит, в этих, ну, то есть там, на стоянках, скажем, да, запасных путях, ждут войны. Этот паровоз соломы дал, чи дров, и он пошел, и не надо электрики. И Бог показывает паровоз и говорит, для того, чтобы двигался паровоз, нужен, чтобы он был исправен. И мы скажем, да, аминь. Для того, чтобы двигался паровоз, первый, он должен быть исправный. Второе, нужно поднять пари. А дальше, чтобы было успешное шествие паровоза, нужно проверить железные путя. Вот это и есть слово знания и слово мудрости. Если железные путя неисправные, крушение будет дороги. Если в церкви нету слова знания и слова мудрости, я вам не советую ревновать о дарах Духа Святого. Будет крушением духовной сферы, если нету слова знания и слова мудрости. И если бы все наши члены были правильно наставлены, что на первом месте стоит два дара, слово знания и слово мудрости, то никогда не было бы в разрез служителей и сосудов. Мы все взрослые, так? Все духовные. Можно с вами говорить как с духовным. Когда-то к нам приехала одна семья, сестра, значит, пророчествующая. И стали идти к ней с нуждами молиться, и стали так идти, что бежать туда. Я понял, что будет крушение. Я начал устанавливать, будучи служителем. А некоторые напрямую бежать, и она начала пророчествовать. Пророчествуя тоже напрямую. Я начал говорить, что должно быть благопристойно и чинно. Но скажем, идет молитва, пастырь церкви оканчивает служение и возносит молитву, благодарность. И в это время сестра из зала закричала «Аллилуйя!» и начала спевать на иных языках. Я понимаю, что это бесчинство. А Бог открывает видение. Брат несет поднос перед Богом, на подносе плоды, разные плоды. А сестра прибегает и в поднос цветы ложит. И Бог говорит, в одном подносе цветы и плоды не преподаются. Не преподаются. Значит, если плоды, то уже туда цветов не ложат. Это отдельно. Поэтому, если оканчивается молитва, служитель возносит молитву, а она убрывает пением, она просто делает то, что плоды накрывает цветами, и оно не принимается Богом. Вот нам это. Мы стали беседовать, что все должно быть благопристойно и чинно. Я стал беседовать, увещевать. И когда нас не было после этой беседы, никого старших братьев, собрались все такие, знаете, но неутвержденная, не знающая Писания. И она увидела, Бог знает, как там получилось, что нет никакой старших, и начала пророчествовать. «Дети мои, не бойтесь бесчинности, ибо чинность это человеку». И вот такой голос. И вы знаете, я даже не придумал бы, как они столковали его. Получилось, и здесь тоже дается с левой стороны и, может быть, не мудрость, а хитрость. Но с левой стороны да хитрость, а мудрость от Бога. Встал из молитвы, что-то было сказано. Вот было сказано, не бойтесь бесчинности, ибо чинность от человека. Один поднимается и говорит, братья и сестры, посмотрите, среди нас нема ни одного служителя. Все мы родовые, все мы без чина. Чин это майор, капитан, генерал, а у нас никого нет. Ни диакона, ни просвитера, все мы без чина. Так что не бойтесь, что вы без чина. Гарно получилось, правда же? Столкували гарно, я кажу, ніколи не придумал бы так. Так и столковать видение. Ну, конечно, впоследствии мали работу, но слава Богу. Вот. Остановилось. Это пришло уже не по путям, понимаете? Не по путям. Пришло уже мимо железной дороги. Там может быть крушение. Дальше идем. Дар слово знания и слово мудрости. Слово знания. Зная слово, имеет мудрость, чтобы изъяснить словом, имеет мудрость, чтобы дать наставление, имеет мудрость, чтобы управить дарами, ему дана мудрость. Слово знание, слово мудрости. Дальше идет, после этого дара идет иному вера тем же духом. Есть вера спасительная или спасающая, и есть вера чудодейственная. Вера в исцеление, вера в дарование, вера совершение что-то именем Бога. Это уже дар. Дар веры. Дар веры или иному вера, как дарование дается. Все мы имеем веру. Вера от чего? И слышание от Слова Божьего. И как бы мы ни шли, мы опять придем к Слову Божьему. Чтобы иметь веру, то надо что делать, братья? Уникать Слово Божие. Больше любить Слово Божие. И вот смотрите, когда-то ученики пришли к Иисусу, и когда Иисус начал говорить, сколько надо прощать брату, и как надо любить брата, ученики подходят к Нему и говорят, «Учитель, умножь у нас веру». Этими словами они думали, что они имеют веру, но только мало. Он говорит, если бы вы имели веру, это знаете. А дальше говорит такие слова. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении с поля, скажет ему, садись скорей и ешь. Есть такой господин, каже, не думаю, напротив. Не скажет ли господин рабу, припаяшься, послужи мне. И когда он это сделает, припаяшется, послужит Господину, будет ли его Господин благодарить? Не думаю. Но между тем скажет, садись и ешь сам. Когда послужит. Почему Христос сказал такую притчу в то время, когда они просят веру? Этими самыми словами Христос показывает, как можно достичь веры. Как можно достичь веры? Когда ты находишься на поле, или даже, будем говорить, за станком, на работе, и за целый день или за 8 часов смены мы в какой-то мере распоясались. Наш ум или сосредоточение нашего разума рассеялся. Если токарь, он всю смену, все свое умствование, зрительную память и умственную вложил в эту деталь, которую он точил, так или нет. И о Боге ему не было когда рассуждать и мечтать. Он вложил туда все. Если пашет за плугом, то он смотрит, чтобы правильно спахать, чтобы не сделать прорыв, как нас называют, вот, и чтобы спахать. Он все туда вложил. Когда придешь с работы, препояшься через вашего ума истинную, препояшься, сядь, почитай Слово Божие, стань на колено, послужи Богу, прославь Бога. И если ты так будешь делать, получишь веру. Слава Иисусу! Опять говорит Слово Божие, каким путем достигается вера, если мы имеем то или другое. Вы уже встали, да? С яких сыны уже, сколько мы уже говорим? Трошки оставим время на вопросы. У вас будут вопросы, вы можете уже записывать. Языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я мед звенящий или кимбул стучащий. Если имею веру, что могу и горы переставлять, а любви не имею. Если раздам все имение мое, а любви не имею. И я задаю вопрос прямой. Можно ли без любви достигнуть этих даров? Отвечаем, братья. Как вы думаете? Нет, так? Братья, нет, да? А почему же Павел говорит, если я имею? Можно иметь эти дары без любви или нет? Слушайте правильный вопрос. Я правильно задаю, вы правильно слушаете. Можно ли без любви достигнуть даров? Отвечаете нет, так? Ну давайте, отвечаете нет, да? Нет, честно. Можно ли без любви иметь дары? Можно. А достигнуть можно? Правильно вы отвечаете. Без любви даров никто не достигнет, если придут, то с левой стороны. А если приходят от Бога, то только в то время, когда человек любит Бога. И мы уже говорили, любовь достигается, а дары даются. Любовь теряется, а дары отнимаются. Без любви даров ни в коем случае не можно достигнуть. Но без любви могут проявляться дары. Вы поняли, да? Без любви даров не можно достигнуть. Но без любви дары могут проявляться. Человек. Бог говорит Саулу такие слова. Немалым ты был в глазах твоих, когда я избрал тебя царом, народу моему. Саул был весьма великорослый человек, но он был глубоко смиренный. И он говорит, кто я? Кто мой род, чтобы я был царом? Это был смиренный человек, но когда стал царем, подошла к нему что? Гордость. Почти меня перед народом. Вы слышите? Вот. Да, почти меня перед народом. Значит, любовь и гордость – это два противоположных полюса. Когда человек возлюбил Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением, когда человек находится в любви, это смиренный человек. Любовь не гордится, не бесчинствует, не мыслит зла. И когда он достиг даров и пребывает в любви, то ему братья говорят так, или ей, сестра, сегодня у нас баптисты, или неверующие, так что если будет какое-то пророчество, то ты удержи. То если в ней пребывает любовь, то она говорит, хорошо, брат, так или нет? Хорошо. А если уже гордо, то говорит, о, не, брат, я такого не сделаю, я повинуюсь только Богу. Если Бог наполнит, я удержать не могу. А я говорю, тогда ты не можешь быть Иисусудом. Вот написано, духи пророческие повинуются пророкам. Вот ты можешь удержать. Я могу удержать. Я не хвалюсь, я сам, слава Богу, в этом труде имею опыт. И я могу пророчество пустить так. Скажем, до брата Миши. Миша не огорчится. Так говорит Господь, жестоким народе моем и невнимательным детям моим, аминь. А все. чула сестра, а я-то що тобі казав? Бачиш, як у ньому Бог говорить? А що я тобі казала? Я так і казала, що він є. І завтра хто куди, по шатрам Ізраїль. Чули, що за нього Бог сказав? Я його буду слухати. Это пророк ненаученный. Обвинение на просвитера, принимай при двух или трех свидетелях. Прочих согрешающих обличай при всех. И так написано, согрешающих. Если пророк на своем месте, и пришла речь, и он уже чувствует, что идет речь обличительно, он удержал, опустил так. Так говорит Господь, грубый народе моем, жестокий, смирись. Я пустил речь вышла, я ее запомнил, и прихожу и кажу, Миша, тебе была такая и такая речь. Наедине говорю, а он выслал, каже, брат, это я сознаю, помолись за меня, чтобы Бог просил. И Бог есть мира, и что? Устройство. Они же считают это высота, невзирая на лица, просвитеров, епископов, всех подряд. Обличають, це сусуд. А я кажу, не научений, лошак не обузданий. Треба обуздати і управляти їм. Не научений. Значить, як Бог є міра і устройство. А тут яке устройство? Тут ніякого устройства, тут просто настрій проти брата. Так не може бути. Тому Слово Боже говорить, любов не превозноситься, не іщет свого. І якщо чоловік сусуд, пребывая в любви, то любовь не ищет своего. Сестра, удержись хорошо. Написано в Писании, младшие, повинуйтесь старшим. Я повинуюсь. Это сосуд на своем месте. Дальше. Когда человек достиг любви, Бог дал дары. И я еще раз говорю, гордость и любовь – это два противоположных полюса. Гордость – ночь, а любовь – день. Бог есть свет, и нет никакой тьмы. Бог есть любовь. Гордость от дьявола. И гордость всегда это тьма. И заметьте, мы приехали сюда, был день. И вот смотрите на улицу. Уже темнеет. Мы все понимаем, что подходит кто? Или что подходит? Ночь. Где день девается? День. День убегает туда, где-то дальше, на запад. И вот так никогда они не сочетаются вместе. День и ночь. Никогда. Если приходит день, то убегает ночь. Если приходит ночь, то убегает день. Если любовь наполняет сердце христианина, это день. Если подходит ночь, ночь вытесняет любовь. Гордость вытесняет любовь. Любовь не гордится. Брат, не дремай. Я не дивлюсь в ту сторону. Мне, як закриваються у вас глаза, то в мене закриваються уста. Я вас буду будити. Не дремайте. Пободрствуйте. Ще ніч велика, дивіться нам, ще 5 часов саме. Боже, прости мені, що я заколихав вас. Я буду каяться. Приходит ночь, уходит день, так? Когда человек допускает гордость, уходит любовь. Но дары не отнимаются. Заметьте, но дары до времени не отнимаются. Сказано в Слове Божьем. Ей дано было время покаяться. Но вместе с тем еще проявляются дары, а каяться нужно. Валаам нарушил волю Божию, пошел против воли Божией, но он предсказывает о рождении Христа. Вижу, каже, говорит человек с открытым оком, падаю, но открытое око. Уже видит свое падение, но око еще его открыто вдаль, и он видит, еще через него проявляются дары. Но эти дары уже не спасают. Потому что любви нету, а без любви спасения нету. И когда человек достиг любви, Бог дал дары. Прошло год-два, окружили, а наши славяне люблять поднимать. И знаете, когда поднимут, а Боже, як просять, кості прощать. Вот. Вот подошли, о, сестра, как тебе хорошо. Да действительно, чтобы так Бог говорит, такая истина через себя. И тут раз, и гордость. Слава Богу, я выше других. Вот. И любовь уже вытесняется, захватывая город. Гордость, сердце наше. Гордость. И гордость вытесняет любовь до тех пор, пока любовь не ушла. И уже начал гордиться, превозноситься, бесчинствовать, раздражаться и тому подобное. Подошла гордость, любовь ушла. И Писание говорит, в Откровении читаем, знаю твои дела, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, кто называет себя апостолом, в сущности нет такого имя, но имею нечто против тебя, потому что ты оставил первую твою любовь.